Совсем немного осталось времени, когда ученики 11 классов сдадут последние выпускные экзамены и вступят во взрослую жизнь, выбирая себе профессию и вуз, куда хотят поступать. Но перед этим надо соблюсти еще одну традицию – провести выпускной бал и принять участие в мероприятии «Выпускник-2018». Все подробности мы узнали у Натальи Багдасарян, начальника управления образования Артемовского городского округа. 28 июня, 18:00, на базе школы номер 56 состоится муниципальный праздник «Выпускник-2018». Данное мероприятие у нас уже стало в Артемовском городском округе традицией для системы образования и проходит уже в 6-й раз. В этом году организационным комитетом принято решение изменить формат праздника, привнести в него новые подходы к чествованию выпускников Артемовского городского округа. Участниками праздника станут около 500 человек. Это выпускники 11 классов наших образовательных организаций, это родители, учителя, руководители образовательных организаций, социальные партнеры. Каждый обучающийся за годы в школе проявил себя в науке, искусстве, творчестве, спорте и иных направлениях учебной и внеурочной деятельности. И нам бы именно на этом празднике, празднике выпускника 2018, хотелось, чтобы все выпускники были отмечены за свои заслуги. Добавим, что праздник будет состоять из двух частей. Первая часть – бальная церемония, вторая часть – развлекательная. Она пройдет на открытой площадке общеобразовательного учреждения номер 56. По словам Натальи Валентиновны, хорошее настроение и позитив подарят выпускникам ведущий шоумен и гости из города Екатеринбург. Откроют торжественную часть церемония вручения медалей за особые успехи в учении выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости только отлично по всем учебным предметам. На протяжении всего праздника участников ждет насыщенная интерактивная программа, зажигательная музыка, сюрпризы, необычные выступления приглашенных гостей, которые останутся в памяти на долгие-долгие годы. Мы всех вас ждем на праздник «Выпускник-2018» 28 июня в 6 часов вечера.